Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет Семян и наш сюжет антифейк стоп подделка. Сегодня я расскажу вам об оригинальной упаковке компании Beyerzaden. Это Голландия и семена моркови Кантербюри. Кантербюри — это гибрид тип Шантане 135-140 дней. Итак, на упаковке размещена следующая информация. Логотип, штрих-код, номер лота, количество семян в упаковке. В данной упаковке 100 тысяч семян. Масса 1000. Название на русском, украинском, английском языках. Калиброванные семена или нет? В данном случае они калиброванные. Калибр 1,8, 2,0. Название культуры на украинском, русском и английских языках. Чем обработаны данные семена? На обратной стороне упаковки сроки, до которого использовать эти семена, и информация о мерах предосторожности. Сейчас я открою упаковку, и мы с вами посмотрим. О, у меня даже получилось вот так это сделать. Как выглядят оригинальные семена моркови Кантербюри. Вот так. Семена обработаны, окрашены. Семена красивые, шлифованные, просто заглядением. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.